пролетели, блядь, вот так, боком нафиг. Пролетели метров 10 по этому, как его зовут. Пролетели, ты видел, там нету, даже следов нету, блядь. Вот так и метров 10 это. Ну, я вот сейчас говорю, нету, они, наверное, я еще думаю, там еще, блядь, херня такая-то. Фундамент. Еще, знаешь что? Газель, так, короче, смотри, так понесло. Потом вот туда и, короче, достойно. И вот газели вот так прошли. А мы едем, я говорю. От газели в метре прошли. Вот потом ее сюда понесло. И уже выкинуло. Женщины у нас таскают. А мужики здесь. Но не настолько весело. Стоят, балду гоняют. Сетка для ящика в действии. Катишь себе, ничего не вываливается. Так выглядит. Что у тебя такое? Пол. Теплый пол. Из чего? Для палаточки. Из чего? Ой, как это назвать? Пазлы какие-то детские. А, как детские пазлы. Лоханулися! Лоханулися, Володя, переворачивай. Поднимаем. Не, вон там. Снимай все, как лоханулись. Лоханулися. Поднимай. Вот так вот, переворачивай. А, шершавым, да? Да, тут же не скользящий. На меня, я вижу, на меня. Вот так. Много. Желунки сделали, да? Обязательно. Уже закормили, не просто сделали. Да, вот чуть-чуть смещение произошло, ну ладно. Вот наш пол из пеноплекса. Здесь делаем. Бич водоемов, китайские сети здесь. В льду все. Это даже ниточные. Ставим сетки. Да, расположились, вернее, располагаемся еще маленечко. Стараемся там что-то благоустроить себя маленько. Только обогрев поставили, да луночки сделали. Свет соорудили маленько. Задумка. Старый дореволюционный. Стой. Советский. Переноска от Жигулей. Будем ждать ночи. Да. Сейчас пару сек устаканится все, утихомирится. Да, он говорит, слюной.
уселись. Освещение у нас здесь. Отопление. Окошки. Окошки. Темные окошки. Сидим, ждем. Вот хоть и маленькая, но начало положено. Она... Ну она не такая уж и маленькая. Да конечно, конечно, вот на пол башмака моего. Я бы сказал, огромная бомба. Выховод. У нас тут сериал уже идет. Глубина 4,7. Рыба везде, на всех глубинах, вообще везде. Кишит. Кишит, падает. Ни одной поклевки нормальной не было. Еще же там на жерлицах стоят. Да, часть пустили на жерлицы, часть отпустили. Ну, вот это все, что удалось выцегонить. Кошмар. Просто кошмар. Как я зол, как я зол. Ничего не помогает уже. Танец с бубнами был. Выход цыганочки был. Возле Мишиной палатки. И в бубен били. И медведей вызывали. Чего только не делали. Мыша пришла. Мышки. Да, мышка вот хоть. О, вот он. Ах ты. Сегодня закончилось, собрались, вроде мусора нет, домой поедем. Тулонки прикормили обильно. Сегодня мелочь, да? Это... Да, мелочь сегодня, мелочь. Крупная куда-то ушла на тот кордон, на дальний. Ладно, поехали домой. Поехали.